Всем привет, с вами Артур. Сегодня я покажу вам, как можно восстановить тюнинг. Вот такая тюнинговая накладка на передний бампер. Как видите, повреждена не слабо и не хватает одного куска. Для начала я спаял все разломы. И теперь мне надо добавить этот кусок. Как это сделать? Точнее, как это делать буду я. Бампер стоит на машине, то есть имеет свою форму. Делаю только на машине. Обклеиваю бампер малярным скотчем, чтобы впоследствии ремонта не повредить сам бампер. Надеваю накладку тюнинговую и креплю ее. Теперь заливаю монтажной пеной тот кусок, которого не хватает. Заливаю в пару этапов, потому что толстый слой будет очень долго просыхать. Ну вот, залил, и теперь жду, пока высохнет эта пена. После того, как эта пена высохла, я обрезаю лишние части и придаю форму этому куску. Подшкуриваю наждачкой, чтобы эта часть была более ровной. И затем приступаю к самому ремонту. Ну вот, часть это уже готова в дальнейшей работе. И обклеиваю это все стеклотканью. Клею два слоя стеклоткани, выгоняю валиком воздушные пузыри и жду 2 дня, пока это все высохнет. Ну вот, высохло, снимаю эту накладку с куском моей работы. Ну вот эту пену сейчас надо удалить. Что я и делаю. Сначала отковыриваю ножом, затем пройдусь щеткой, чтобы пены там не оставалось. Итак, как видите, уже чисто. И я проклеиваю третий слой изнутри. При этом, естественно, захожу на саму пластмассу, чтобы лучше держалась. Thank you.
так проклеил, поставил опять на бампер, чтобы при высыхании не перекрутило. Ну и на бампере, чтобы удобнее было, буду уже доделывать это все до конца. Для начала снимаю болгаркой острые углы, затем орбитальной машинкой подравниваю все, использую 80 номер, хотя в таких случаях можно и 40 или 60, но у меня его не оказалось, так как я им не очень часто пользуюсь. После того как зачистил, я шпаклюю. Вывожу все кантики, ну и плоскости. После чего затираю 80 номером, 150, 240. И вот такой вот результат. И затем грунтую. Затираю грунт, ложу на стол и крашу. И вот результат моей работы. Итак, вспомним. Вот такой был тюнинг, такой есть. Ну, я с вами прощаюсь. Всем пока. Подписывайтесь на мои новые видео.